30 миллиардов тенге забрали клиенты Банка Астаны всего за 10 дней. Ответ на вопрос, что именно происходит в финансовом институте, дали руководители банка в распространенном сегодня письме. Как сообщалось ранее, трудности у Банка Астаны начались после критики президента страны. Он выразил недовольство работой трех финансовых институтов – Эксимбанка, Казахбанка и Банка Астаны. Буквально на следующий день начался резкий отток ликвидности. Всего за эти дни клиенты забрали 30 миллиардов тенге. При этом сумма досрочного погашения обязательств перед банком по состоянию на 25 апреля составила 17 миллиардов. Обязательства финансового института перед юридическими и физическими лицами составляет порядка 56 миллиардов тенге. В Банке Астаны заверили, что активов, квартир, офисов и участков на балансе хватит, чтобы рассчитаться со всеми. Однако на продажу понадобится время. Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, все депозиты в казахстанских банках застрахованы. При худшем варианте клиенты Банка Астаны смогут вернуть себе в национальной валюте до 10 миллионов тенге, в иностранной до 5 миллионов тенге.